Всем привет, с вами Септик. Вот и пришло время, когда вышло новое обновление 9.4.1, и это значит, что пришло время устанавливать новый взлом и бесплатный магазин на новую версию. И извините, что не снял видео по взлому на версию 9.3.1, я в тот момент заболел. И перед установкой взлома пройдите сначала обучение до 8 дня Египта, чтоб потом игра не вылетала. Итак, сначала установим фришоп. Тут ничего сложного, просто следуйте за моими движениями и повторяйте, а потом другой установим. Зажимаем один файл и нажимаем на другие, потом копируем. Ну вот, у нас получилось установить фришоп на версию 9.4.1. Теперь давайте установим чит растения за 0 солнца и без перезарядки. Тоже следуйте за мной, тут нету ничего сложного. Теперь давайте установим пресс-аккаунт, где открыты все растения. Вот у вас и получилось установить взлом, а если не получилось, то пересмотрите видео внимательно. Все ссылки для скачивания взлома в описании. Спасибо за просмотр и всем пока. Если вам помогло видео, то ставь лайк, не ленись.